как я приехал на водоем, клевое место. Один фидер я уже забросил. Сейчас я забиваю ракету. Пару ракет кину. Прикормки. И буду уже выставлять основную снасть. Вот такая ракета у нас получается. Сильно ее забивать не надо. Она переворачивается. И уже фиксируется потом на катушке, на какое расстояние выкидывал. Вот я забил ракету. И сейчас я буду ее забрасывать. Вот таким образом. Ну вот, друзья мои, я вроде обосновался, закинул фидера. На каждый фидер разную приманку, но что будет брать, не знаю. Поставил палатку. Вроде все распределил. Прекрасная погода. Пока ни на что не надеюсь. Будем ждать вечера. Ну, естественно, ночь и утро. Ну, как всегда, нет худа без добра. Забыл я свой чайничек. И пришлось вывалить кукурузу. И в этой баночке заварить кофеек. Ну, хоть так, я думаю. Бывает хуже. Был случай, товарищ приехал, он забил на все и при этом забыл катушки. Пришлось возвращаться, благо недалеко ему было ехать. И нет ничего прекраснее сидеть на бережку, созерцать на водичку и быть в предвкушении поклевки. Просто праздник какой-то. Ждем. Дергало, нету ни хера. Вот взял первого карасика, пытался снять на видео, камера не сработала, немножко помучился, ну ничего, я считаю, нормально, будем дальше продолжать ловить. Вот утята приплыли, я сел ужинать, они с удовольствием кушают огурчики зеленые, им правда нравится. Ночь впереди, настроение хорошее. Вон они гоняются за этими огурцами. Прямо чудненько. И все, будем ждать результаты ночи. Какая красота. Вот мой дом на ночь уже готов. Вчера в 11 часов вечера я не ожидал, уже было темно, налобного фонарика не было, сачок в воде лежал, крупнул, или сазан крупный, или карп клюнул, погонял меня по водоему. Туда-сюда уже начал подводить. И у самого берега сошел. Я был, конечно, в трансе. Вот он разогнул крючок.
Вот так. Крючок был неважный. Я вам сразу говорю. Это вот на будущее не лениться. Оставить нормальные крючки. Если ты знаешь, что вполне может пойматься крупная рыба. Я вытаскивал одну снасть. Была поклевка. Леска провисла. Не знаю, есть что-то, нету. Без понятия. Сейчас посмотрим. Что-то есть. Друзья мои, сразу два. Изумительно. Давно такого не было. Прямо бодренько. Потихоньку клюет. Что-то тяжеленькое. Камыши пошел, камыши. Ну вот так бывает. Рыбалка на сегодня подошла к концу. Взял немного. Вон они еще живехенькие. Что я вам хочу сказать. Сегодня ночью сошел у меня карп. Килограмма на 4. Прямо это был удар по моему самолюбию. Я один его не смог вытащить. Он погнул крючок. Ну а так, в принципе, удовольствие получил достаточно. Я рад. Я думаю, что все впереди, надо быть просто оптимистом. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь, делитесь. С вами был Роман Борисович. До новых встреч, друзья.